Перед началом церемонии посвящения в орлята ребята немного волнуются. Этого дня они ждали очень долго. «Орлята России» – это уникальный проект для учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов. В его ряды вступили 1500 учеников 32-й школы. В этот праздничный день рядом с ребятами учителя, родители и гости, которые разделили с ними радость начала новой страницы их жизни. Наши детки, которые долго-долго старались, выполняли всевозможные задания, наконец-то вступили в замечательные ряды «Орлят России». Я думаю, что мы будем достойными, мы будем продолжать дело, участвовать в треках. Детям были вручены орлятские значки, которые символизируют единство. Это значит, что ребята, которые его носят, своими делами и поступками служат примером для своих одноклассников. Какой сегодня праздник хороший был. Я почувствовала, что я стала именно орленком. Спасибо всем, кто меня поддерживал. И нам подарили вот такие очень классные платки, чтобы нас, правда, поддержать. Я буду всем помогать, не буду никому говорить, нет, извините, я им могу помочь. Когда мы вырастем, мы станем большими орлами и будем всегда всем помогать. На мероприятии мальчики и девочки познакомились с треками, которые им предстоит пройти в течение года. Всего их 7 – эрудит, лидер, доброволец, эколог, мастер, спортсмен и хранитель. Трек – это комплекс мероприятий, комплекс занятий, которые проходят ребята вместе со своим классным руководителем, выполняют разные задания. Например, сейчас идет трек «Орленок-мастер». Церемония посвящения в «Орлята России» для всех ее участников стала знаковым событием, поскольку открывает двери в страну орлят, в которой их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного. Татьяна Горностаева, Михаил Петров, Первый Мытищинский.